В Госдуме предложили отделить вклады на покупку жилья от остальных и освободить их владельцев от налогов. Депутат Евгений Федоров обратил внимание, что россияне часто используют депозиты для накопления денег на покупку жилья. При этом с 1 января 2021 года доходы физлиц с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей будут облагаться налогом в 13%, из-за чего покупательская способность граждан в сфере недвижимости может снизиться. Подробнее о том, какие категории вкладчиков хотят освободить от налогов, читайте в наших новостях.